Ранним утром 4 июня саратовские мусульмане собрались в стенах городской соборной мечети, чтобы отметить большой исламский праздник Ураза-Байрам. Верующие вместе восхваляли Аллаха, читали аяты Корана и просили Всевышнего принять их уразу в месяц Рамадан. В течение 30 дней они соблюдали пост. Одновременно с этим мусульмане стремились еще больше приблизиться к Всевышнему, читая Коран, делая дуа и зикр, совершая добрые дела. Алхамдулилля, завершился священный Рамадан. Завершился месяц гонений и щедрости. В течение этих дней мы своими близкими друзьями, знакомыми и незнакомыми, делили вместе ифтар, что безусловно способствует тому, чтобы человек прижался друг к другу, чтобы укрепить наши родственные, дружеские отношения. Это было время щедрости. Алхамдулилля, щедрые люди получат во много раз больше, чем в обычные дни. С наступившим праздником Ид-аль-Фитр мусульман поздравили представители власти, общественные деятели и муфтии российских регионов. В это утро в Саратовскую соборную мечеть пришли тысячи мусульман. Для совершения коллективного намаза они заполнили не только залы, но и двор и прилегающую территорию. Рамадан, значение слова, это сжигание грехов. То есть, получается, мы сожгли очень много грехов своих, искупились и стали ближе к Аллаху, так сказать. И для меня этот праздник представляет возможность приблизиться к Аллаху в очередной раз. В завершении мероприятия верующие совершили праздничный Ид-намаз. Кульминацией праздника Ураза-Байрам стали традиционные народные гуляния на Соколовой горе, прошедшие 5 июня.